Главным местом торжеств в краевой столице стала Пушкинская площадь. Сюда пришли тысячи жителей и гостей города. Всем желающим раздавали ленточки в цвет триколора. Улыбки и хорошее настроение стали главными атрибутами праздника. Замечательно, просто праздничное. Всех с праздником, с Днем России. Да, мы поздравляем всех с праздником, кто приезжих, городских, местных. И, ну, конечно, поздравляем Россию. Отлично. Замечательно. Все супер. Мы подготовились к с праздником всех. С Днем России всех собравшихся на площади поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель законодательного собрания Юрий Бурлачко. Глава региона отметил, что этот праздник особенный. Он подчеркивает дух и единство всей России. Отечество начинается с малой родины. И нам всем повезло, что мы все вместе живем в одном из самых красивейших, богатейших и стабильнейших регионов страны, в нашем крае. И Кубань, она была, есть и будет главной жительницей страны. И достойно наших предков мы сегодня умеем работать, добиваться результатов и защищать свою землю. Будущее Кубани и будущее России пишете именно вы своим трудом, кто сегодня стоите на этой площади. Ведь по большому счету великая Россия – это и есть мы с вами. Это народ, который в ней живет. И только нам определять, какой будет завтра великая страна. Главным являются наши люди. Развитие нашей страны возможно, если каждый из нас внесет свой вклад. Развитие нашей страны зависит от нашей общей ответственности за настоящее и будущее нашей любимой Родины. День России стал особенным праздником для юных жителей Кубани. Мальчишки и девчонки, которым исполнилось 14 лет, из рук губернатора получили свои первые паспорта. Награды Вениамин Кондратьев вручил и выдающимся жителям региона. Среди них медики, строители, руководители предприятий и деятели искусства. Высшую награду, звание Герой труда, получили 5 человек. Еще 8 получили медали за выдающийся вклад в развитие Кубани. 12 жителям края вручили благодарственные письма президента страны. Во многом именно благодаря таким людям Краснодарский край – один из самых динамично развивающихся регионов России, отметил Вениамин Кондратьев. Галина Моисеева, телекомпания «ВКТ».